Снова всем привет, с вами Олег Алавгудвин, и мы переходим к изучению специального мануального массажа. Шейно-воротниковую зону сделали, да, и переходим к волосяной части головы, это будет сет номер 3. Значит, вот, потянули, мягко так с вибрацией, голову, кошечка выпускает когти, и мы ставим как раз на место крепления мышц к черепу, да, вот как раз получаются точки у нас, они же акупунктурные. Продавливаем их с вибрацией достаточно так жестко. До, ре, ми, фа, соль. Как на этом. Гамбы. Да. Как на рояле играем. То есть не надо прям палец отставлять, да, далеко. Прямо здесь вот по очереди. Далее по центру прямо целимся туда поглубже. Там такая ямочка. БЗО. Большое затылочное отверстие. Техника называется «Орел выпускает коготь». И уносит череп в поднебесную. Натянули прямо на себя, да? И протрясли. Можно любым пальцем, каким вам удобнее, большим там. Вот с натяжкой на себя. Тут есть бугор, затылочный бугор, да? Вот до него мы раз, два, три точки, получается, натягиваем вот так вот. Точки конфуция. Начинаем разминать вот эти места. Даже можно костяшками. Сначала пальчиками мягенько. Потом, кому можно уже костяшками, кому-то это прям вот нравится, кто-то прям жаждет вот это разминание. И стараюсь ответить движением вот туда вот я, от черепа туда увожу кровь, ближе к сердцу. Чтобы давление не поднимать, да? Да, чтобы давление не поднимать, да, да. Мы вот убираем давление вниз. Всю волосяную часть, тем, кто лысым, тем вообще хорошо. Даже нравятся вот эти вот приемы. Просто расслабили. И можно посильнее. Делаем вот такой вот инструмент, да, и как бы собираем грядку из кожи на черепе. Вот несколько грядок так делаем. Если волос нету, да, то можно вот такую вот волну пустить вниз. Ну, вот такую вот, как по телу там делается, да. Тут просто не получится из волос, да? Ну, в принципе, можно вот так вот тоже, чтобы кровь туда спустить вниз. Основные мышцы находятся вот здесь, на черепе, и вот здесь, на висках. Еще дополнительные виски, достаточно жестко так приминаем. И вводим кровь и лимфу вот всю туда, в подключичную зону. Здесь на голове действуем очень сильно, здесь сильно, а вот с боков легонечко. Это вообще легонечко, легонечко, даже можно тыльной части руки, вот туда ключицам поближе. Лимфатические сосуды, они идут вот так вот за ухом, перед ухом. И вот поэтому все туда вот мы вот даже с этой стороны, вот туда вот все мы сливаем, помогаем. Так взяли четырьмя пальцами, подражали и с вибрацией вот туда вот увели. Обратно идем, продолжаем прижимать точки акупунктурные за ухом, вот здесь. Только не вот в ямочке. В ямочке там лимфоузел. Чуть повыше, на кость. Сдаем на кость. Перпендикулярно в тело человека. Разминаем само ухо. Вот согрели его вот так. Вот так. С двух сторон. Ну, под двумя углами получается. Вот так вот, да, и вот так вот. С ухом можете делать все, что угодно. Поломали его, скрутили там в шаурму, конвертиком. Загнули. Чебурек, в хачапури превратили, как хотите, да? Пельмень. Пельмень, да. Вот, и теперь у нас идут точки по уху. Давай так поверем, чтобы было видно. Это перевернутый зародыш тела человека. И у него получается вверх ногами, да? Получается вот эта голова. Здесь, значит, глаз, ухо, челюсть. И пошел хребет. Вот шея пошла. Позвоночник, поясница, вот тут крестец, копчик, он сюда вот загибается. По внутренней стороне, по внутреннему ободку, соответственно, внутренние органы. Здесь ближе сердце, легкие, тут там почки, печень, половые органы, тут вот руки и ноги. Потом еще есть точки вот над козелком, да, вот повыше, где этот скула. Верхняя скула заканчивается, вот такая ямочка. Три точки.
рядом находится, прямо вот рядышком. Точки, убирающие головную боль на виске, вот есть обычно, вот видите, бакенбарды, квадратик вот такой, и идет вот волосяной покров по лбу. Если провести, давай прям на тебе можно нарисовать? Если провести, вот так вот линию дальше, вот он, квадратик получается у нас, да, то в нем получается вот акупунктурные точки. Вот здесь и вот здесь. Там же идет вена, и поэтому очень чувствительно. Оно должно быть болезненно, значит, попали. Да. И тут, да? Да. Вот видите, значит, я попал точно. Вот, прожимаем, соответственно, прищепляем просто эти точки. Давай, пока не буду их, чтобы этот рисунок остался. Давай нарисуем все точки. Соответственно, вот тут под черепом получается. Раз, два, три, четыре. Если по оси разделить голову, да, то вот есть два ряда точек. От оси по 2 сантиметра отступаем, вот так вот, да, и по 2 сантиметра друг от друга отступаем. Получается, идут вот ряд точек вот таких. Точки шаолиня. В шаолине люди, монахи, брились на лысо и на этих точках рисовали узоры. Ой, в смысле, иероглифы. Что-то обозначающее, не знаю, что там по китайской медицине это обозначает. Каналы энергетические. Ну да, там каналы, да, меридианы всякие. Печек. Видно, да, даже? Вот. Посередине. Вот же есть они. Линию нарисовать? Вот это три точки еще говорили. Да, вот тут получается затылочный бугор, он у кого-то прям явно виден. К нему крепится сухожилие, которое идет до нижних позвонков шейных. Вот, в БЗО точка, да, вот тут точка и вот тут точка получается. Вот, посмотрите на скелет. Эти затылочные. Вот этот бугор, вот прям остренький такой, видите? И вот БЗО. Вот получается, раз, два, три точки прямо здесь находятся. И далее пойдут у нас еще акупунктурные точки. Акупунктурные я покажу синим цветом. Соответственно, в смысле, это были акупунктурные красным, да? А вот триггерные теперь. Вот здесь по центру. Вот тут по центру шеи. В уголок лопатки. По центру вот здесь. Вот туда. Отступаем от ямочки. От этого сантиметра прям. И вот тут вот. Вот тут чувствуете, да? Угу. Вот тут точка. Так. По лопатке, соответственно, посередине лопатки. А можешь так поднять руки, как будто бы сдаешься. Не, вот так согни чуть-чуть. Выше, выше, выше. Локти вот такого. Нет, выпрями. Ну, вот, видно, ромбовидная мышца. Всего. Всего, да. Ну ладно, не держи, не держи, все, отпускай. В общем, примерно это центр лопатки. Давай так положу, да, да. Ну вот идет мышца, да. Отпускай, опускай руку, чтобы не свело. Чтобы не свело. Вот, по центру лопатки, соответственно, точка. Уголок лопатки нижний. Вот тут вот точка. Их можно продавливать. Да, это уже точки мы продавливаем по другой технологии. Вот где дельтовидная мышца заканчивается и круглая. Начинается вот между ними прям по уголку, по ребру лопатки идем. И вот здесь вот между малой и большой круглой мышцей. Точки, соответственно. Вот. И одна точка, прям такая волшебная, она находится, как показать-то, получается вот под этой мышцей, под трапецией. И вот где они стыкуются, ну давай вот так, да, где они стыкуются, вот эта мышца и вот эта мышца, да, вот между ними, прям вот сюда, почувствовал, да, в первое ребро. Вот тут прямо точка, которая отпускает вообще весь плечевой пояс, плечелопаточный пояс.
Вот, иногда я и сам себе, например, что-то там плечо болит, например, да, рука там затекла, вот получается вот эта мышца, и вот эта мышца, между ними надо попасть, и прямо вот туда вот, о, прижимаю, прям тепло пошло по руке, вот дрожь. Триггерные точки прижимаются по-другому, чем акупунктурные. Минут, секунд 40 надо примерно подержать. И резко отпустить. Она на ощупь ощущается? Вот такой, как бы, на ощупь, ну как будто, знаешь, вот, бугорчик. Да, такой. Как будто бугорчик там такой. Есть, ага. Фактически это первое ребро, что мы там прижали к первому ребру нерв. И, соответственно, акупунктурные, это меридианы, на них мы жмем шиатсу, да, это вот быстро так продрожали, секунды 3 достаточно, 2-3 секунды. А на эти точки жмем от 10 секунд на задержке дыхания. До 3 минут можно жать. Вдох. Выдаем вертикально вниз. Выдыхай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И отпустили. Отпускаем резко. Вот. То есть это по сути пир. Мы создаем напряжение избыточное. Да? Можно делать с наговором. У меня есть еще техника наговора, но это в отдельном видео расскажу. И после этого мы их отпускаем. Должна чувствоваться болезненность. Если не больно, значит не попал. Или слишком расслаблено. Вот эти точки тоже. Там такая жилка плавающая. Мы ее должны как бы поймать, чтобы она... Вот, поймал? Вот прям в нее. Там же гортанный нерв, блуждающий нерв идет. В общем, какую-то нервный узелок мы вот так вот прожимаем. Часто триггерные точки совпадают с биологически активными точками. Это, соответственно, там, где идут нервы. То есть триггеры – это что? Это, как правило, мышца, либо ее, где она крепится к костям, да, либо середина мышцы. А биологические точки, они совпадают с нервными точками. Вот тут вот нерв идет, вот мы, по сути, его прожимаем вот тут. Вот. Не больно? Больно. Вот, значит, попал, да? Вот. Это выход под остного нерва. А вот эта точка соответствует, соответственно, над остному нерву. Вот это вот. И она идет спереди, получается, руки вот уже вот тут. Вот тут идет нерв, соответственно, вот точка. Все, попал, попал. Ладно, мочить не буду. Так. Вот. То есть берем. Ну, я даже это уже не глядя делаю, просто уже пальцы сами встают. Продавили вот эти точки на висках. Кстати, все эти точки, они убирают головные боли. Да, и почему нет? Тут вот помимо биоактивных точек, есть же тоже и триггерные точки. Тоже они вот сюда подходят. Эти точки убирают затылочную головную боль. Эти точки убирают височную головную боль. Лобную головную боль убирают точки над бровями. Ну, сейчас не будем показывать, это отдельная тема. Вот, давайте как бы это все сфотографируем. А можешь так как-то поднять голову, вот эту лопатку, наверное. Так что ли? Сфотографируй, чтобы было все видно. Ну, подойди, подойди отсюда. Вот отсюда, отсюда. Или я на другой фотоаппарат. Фотографировал. Не, ну так, чтобы все было видно. Это чей телефон? Это мой. Так, вот сейчас. Ну, ложись ровненько. Все, потом пришлёшь на группу. Так, значит, продолжаем массировать, вот вводя лимфу туда. Точки над ушами прожали по внешнему ободку, прищепляли тогда по 2 секунды. Вот, чуть подольше покажу, просто чтобы видео не удлинять, я быстрее показываю. Вот, растерли и опять вводим лимфу вот туда.
Теперь работаем с черепом. У черепа, соответственно, вот так идет шов, и вот так идет шов. Берем кости черепа за сосцевидный примерно отросток и сдавливаем вот так спереди. То есть в сторону родничка. Тянем, тянем, тянем. Также примерно секунд 10, может быть 20. Теперь сам родничок вот с этой стороны вот так вот кожу все собираем и стягиваем. Тоже примерно секунд 20. Та же постизометрическая релаксация. И резко отпускаем и даем расслабиться. Человек может почувствовать, что у него прям пошел такой ток, такой пошел по ушам, до плечей. Вот. То есть это что мы сделали? Все мышцы заканчиваются сухожилиями. Дальше идет сухожильный шлем у нас. Да? От него, от того, что он сжат, да, меняется внутричерепное давление. Может там метеозависимость возникнуть, хроническая усталость или наоборот лишний гипертонус. Теперь берем эти кости и по спирали, получается, это вот сюда двигаю, а это вот сюда, в разные стороны. Вот в эту сторону. Прям не кожу, а кости. И в обратную сторону. Вот эти точки я нарисовал, да, их прожимаем. А тут целимся в сосцевидный отросток. И получается, мы вот так как бы раскрываем череп. Тоже убираю внутричерепное давление. Достаточно жестко продавливаем их. Вот. И переходим теперь к возвратной части. Все начинаем возвращать обратно.